Всем привет! Вот я вернулся на Force Drop. Чё вернулся, сам не знаю. Но надеюсь, что вернулся не зря. Как обычно, закинул 250, использовал там промик. Подписчик мне когда-то давно еще скидывал, нашел его и закинул бессрочный промик. Вот. Сегодня хочу пооткрывать. Я тут уже маленечко глянул. То есть пооткрывать хочу. А, вот, заброшенный кейс. Холли как бы я не буду, потому что Холли, он показал, что он вообще не Холли, он полностью Хули. Вот, а этот, в принципе, пооткрываем и посмотрим, что с него выпадет. Возможно, даже выпадет нож. Да-да. Только в ночном сне тебе ножик отсюда выпадет. Не, ну пока что выпадает хищник. Начало прям огонь. Начало огонь. Будем продавать это сразу, такой вот дешмань. Хотя, наверное, мне вот, кроме вот этого серого, тут ни хера и не выпадет другого. Мне что-то синенькое выпало. Что тут градиент есть? Вот за 5 рублей выпало. 3, 5. Что, по возрастающей, да? К 10 кейсу мы дойдем до ножа? Не, если мы дойдем до ножа к 10 кейсу, я вообще не против. Могли на 3 выбить. Ничего страшного, я бы не огорчился, не обиделся нисколько. Форсик. Посмотрим. Посмотрим, что тут на тебе изменилось. Где-то же все равно надо пооткрывать, да? То есть хищник второй, наследие, за рубль. Ух ты ж, заброшенный. Похоже, не зря ты называешься заброшенным. Тебя уже давным-давно все забросили, потому что тут у тебя ловить-то вообще нечего. На понижение идет. Ну, как бы, вроде с форсом у меня там какая-то была история там, да? Что-то он мне вроде как-то выдавал. Я уже и забыл. Видать, это было так давно и так мало, что это в голове моей не отложилось, не запомнилось ни хера. Да ладно, что-то такое выпадет, да? То есть за 9 рублей. Охренеть! Это самый дорогой сегодня дроп. 9,99. Поняли? Самый дорогой за сегодня скин. За 9,99. 9,99, хищник. Отлично. Сука, ты хуже Хули. Ты хуже Холли кейса. Заброшенный кейс. Сайрекс. Вот давай Сайрекс мне СГшку и все. Ну, ох ты. Ну-ка, что ты стоишь? 63. Ну, давай оставим. Давай оставим. Если что, в апгрейды тут залетим. На контракты я вряд ли здесь сейчас что-то выбью. А вот сапгрейдить может... Тяни, сука, тяни, сука. Волочь. Эх, ну, было близко. Было близко, а что ж. Ну, не судьба, да? Тут бы мог и не тянуть. Тут бы мог и не стараться. Мог бы на предыдущем остановиться. И все. Да, серьезно, мог бы остановиться на предыдущем. Вот это было прям сладенько. Вот это было мое сердечко. Сейчас тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот это было. Ну, о, да ладно. Еще какая-то фиолетовая хуйня. Я думал, ты, падла, хоть сотку стоишь. Сука, тут за ракеты. Ну ладно, хер с тобой, давай. Давай. Как бы я на тебя больше не собираюсь за... Тащи, сучка, пожалуйста, ну пожалуйста. Ах ты ж. Сраный мудозвон. Ох ты ж, сука, ты такая. Ах ты ж. 43, да? А мне что, на что пробовать-то? Давай мы, короче, вот эти два залетим в апгрейд. Посмотрим на X2. Как-то, а тут на X2 не получится, да? То есть здесь X2 нету, это там. Так, там надо, значит, нам выбрать. Подожди, если мы два сразу. А, то есть, а что, два сразу нельзя, что ли? То есть можно либо так, да? Можно либо так. Вот, ну, давай от сотки. От сотки до... Не будем борзеть, да?
за сотку. Вот попробуем. Хоть с тобой давай вот эту попробуем. Шанс вообще он 40% тут. Я 100 пудов уверен, что вообще хер он зайдет на такой шанс. Ну, я оказался прав. Я оказался прав. Вот, давай еще раз попробуем. Вот такой вот, да? 63 и... 63, ну... Подожди, 63, 40, 100... Ну, короче... Давай вот мы тебя попробуем, шанс 57. А если что, потом еще рублей за 150 попробуем что-нибудь скрафтить. Хуй на руль, да? Ну, вот и вся любовь. Вот и вся любовь. Вот и вся любовь. Ну, ребят, как бы с форсом... Ну, не складываются у меня отношения на форс-дропе. Вообще никак не складываются. Я не знаю, может... Может, что ему не нравится? Может, мой ник ему не нравится? Вот поэтому он меня так и не любит. Вот, он не любит. Сами все видели. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Впереди у нас еще больше опенкейсов, больше розыгрышей, больше конкурсов и больше сладких вкусных дропов. Ребят, всем пока, всем до новых встреч.